Мне нравится, когда чай энерджайзер такой, когда он энергетику добавляет. Вот, и я именно это пытался отловить. Вот, я нашел три сорта чая, которые добавляют энергетику и драйв. Вот, вот, собственно, из того, что представлено, и именно их я попробовал. То есть я вообще кофеман, но чай, потому что крайне редко дает бодрость. У вас я нашел такие чаи. Вот, на самом деле, большинство чаев расслабляют. Мне это не нужно. Мне нужно быть в фокусе, в тонусе. Поэтому я начал с таких чаев.